Всем здорово, ребятки, меня зовут Павел, и мы продолжаем соло-выживание в Stranded Alien Dawn на хардкоре. Так, с чего мы с тобой начнем? Давай с маленького отчета пробежимся. Третий год, день 20. Стройка на пятерочку, ремесло 4, земледелие 4, лечение 2, интеллект 5, физподготовка 6. По одежде что-то имеется. По счастью, у нас уставший и немного больно, понятно. По здоровью астма тяжелая, это вообще не круто. Ой, а по характеристикам? Ну, счастье на 40%, на процентах отдыха тебе не хватает. А может, полежишь, поспишь тогда? Куда ты собрался-то? А, высаживать поля? Уля-ля, я высаживать поля. Давай, переноси сено. Ага, подожди. А, агрессивные животные, 11 штук. Ничего себе! А чё, меньше размера не было? Блин, реально гигантские. Ну, разноцветные. А, хоть какая-то цветовая палитра заиграла тут. Ну, ладно. Смотри, Паш. Силикон мы с тобой собрали в прошлой серии. Металлолома чуть-чуть собрали. Сплавы металла у нас имеются. Топливо тоже. И сено вроде как в порядке. Давай, значит, займемся сразу с утра зарядкой. Отдохнешь немножко, потом сходишь. Сноси вот это все безобразие. Наверное, даже с запасиком. Они большие, я не помню, насколько далеко они заходят, но лучше мы с тобой слегка перестрахуемся. А, вот так, думаю, блин, ну они реально здоровые там. Да не, не пойдут они дальше. Дальше камня точно не пойдут. Давай, переноси сено на склад. И, наверное, блин, до вечера что тебе, отдыхать что ли? Да, я думаю, тебе хватит вот так вот, 96, хватит процентов отдыха, чтобы построить эти полы. Так, теперь самое время съесть аварийный паёк. Хотя зачем? Ты же можешь его как минимум разогреть. Я надеюсь, ты успеешь. И приготовь разогретый аварийный паёк, перекуси и ляг спать. Не рухнешь же ты тут возле кровати без сознания. Невыносимо жарко. Вот это какой паёк? Разогретый? Да, приятного тебе аппетита. 40 градусов внутри. Началось нападение, время 20 часов. Ты давай, доедал бы уже. Реально, доспать бы ложился. Только выключи, пожалуйста, предварительно. Камин. И спать. Хорошо. 30 градусов теперь внутри. Просторная спальня. Мы получаем плюсик к настроению. Ну и дебаф утомленный. Ну хорошо, что хоть теперь не маячит нам тесная комната. Раньше у нас такое было пару серий назад. До того, как мы вот эти вот аппендиксы здесь разместили. Жалко, нельзя вот посерединке окно поставить. Было бы вообще круто. Ладно, пускай Паша отдыхает до утра. И начнем уже стройку. Прекрасно. Проснулся. Ой, а чё вы? Искали короткий путь, что ли? Проснулся, перекусил, поиграл в дартс. Хорошо, что у нас и такая активность имеется. Давайте пока что здесь уберем галочку «Использовать». Далее перемести, наверное, верстак вот этот вот сюда. Деревянный. Хорошо. Теперь в графе производства мы с тобой поставим паяльный верстак. Что нам, кстати, для этого нужно? Что-то я не посмотрел. Ровно 10 единиц
сплавов металла. Давай, строй. Молодец. Паяльный верстак у нас обесточен. Далее, нужна ли нам с вами сразу электропечь? Ведь мы с вами не набрали ничего из руды. Ну, скорее, да, чем нет. Потому как в этой электропечи мы можем, насколько я понимаю, и металлолом переплавлять. То есть у нас нет необходимости в горне. Хотя горн вообще-то на дровах работает, а не на электричестве. И далее в графе дизельный генератор. Мы с вами ставим дизельный генератор, собственно. А почему он вот этой стороной не ставится? Затруднен доступ к другому устройству. А так, типа, он не затруднен, да? Ну, давайте проверим. Так, вы чё? Частично уходите, пытаетесь с кем-то воевать. Охрану мою потрепали знатно. Видя вот этого вот Эммендемса моего любимого. Так, теперь. Дизельный генератор работает. Хорошо. Можем ли мы с вами теперь два устройства обесточено? Потому что я что правильно, а неправильно все разместил. Так, зайди-ка, Паша, вот сюда. Теперь тебе нужно будет попробовать переместить. Не получается, да? А сможешь ли ты здесь вот поставить хотя бы деревянную опору ЛЭП? Ты дотянешься до нее в теории? Не дотягиваешься. Так, вот здесь вот отменим приказ. Не надо ожидать тушения. Тогда смотри. Перемещаем с тобой. О, даже так можно? Блин, я сам себя под это самое... Перемещаем горн вот сюда. Давай, перемещай электропечь. Далее, смотри, перемещаем дизельный генератор. А как он его заправляет, интересно? Окей, и деревянная опора ЛЭП. Давай, строй. А мы ее можем переместить? Да, можем. А теперь, значит, перемести, пожалуйста, не получается, да? Угу. Выключи дизельный генератор и, наверное, снеси-ка ты деревянную бродильную бочку. А перемести опору ЛЭП вот сюда. Играем в Тетрис. Далее перемещай вот эту вот фигню сюда, электропечь. Молодец. Выключи ее сразу. И перенеси древесину. Всю желательно, которая здесь валяется. Хорошо, отлично. В графе электричества у нас есть переключатель питания, на который, к сожалению, нам пока что не хватает. Угу. Ушли негодяи. Чё у тебя по параметрам? Нормально, давай на следующее утро постараемся выйти на сушу. Восполним как раз запас сена. И сходим за... Ой-ой-ой-ой, а ты все это время здесь был? Нифига себе. Подожди, Паш, рано, короче. Рано. Судя по всему, ты пойдешь отдыхать сейчас. А вот эти приказы мы отменим. Эти какие-то прям упертые, да.
Блин, а этот голодный, гиптогонию мою кушает. Ну что ж, продолжай тогда пока что исследование. И тем временем топливо 20. Нам осталось на один день и 2 часа. Не надо ничего сажать. Иди изучай сборку, пока они тут тусят. И поскольку уже час ночи, ложись отдыхай. Но предварительно разожги камин, потому что внутри температура всего 6 градусов. А, Паша проснулся, перекусил, отдохнул, и смотрите, как при свете дня теперь преобразилось немножко наше жилище. Нормально так. Я очень надеюсь, что с появлением турелей мы это облагородим все и вообще бетон закатаем. И тогда и фундаменты будут покрасивше как-то. Там и спальню с ковром можно будет сделать, и уютную кухню наконец-то. Ой, ты весь вспотел? Серьезно? Вспотел? Ох, как я засвистел-то. Ну, вырубай камин тогда. А вот этот урожай собирать пока что не нужно. Негодяи членистоногие здесь тусят. Блин, богомолы прикольно нарисованы, однако, да? Смотрите, и зубчики у них тут на лапках пририсованы так нормально, все детальненько. И даже эффект глянца на текстурках есть. Правда, он, судя по всему, от одного источника света, да, работает? Да. Прикольно, прикольно. Надеюсь, на записи тоже видно. Так, чё ты? Урожай собирать не нужно. Перекусил, отдохнул, расслабился. Изучай дальше. В планах, конечно, бетон, разумеется. Это и раздельные комнаты, наконец-то, просторные. Отдельная крафтовая, складская зона. Отдельная кухня, наконец-то, с большим столом, несмотря на то, что Пафнучи у нас один. До электрических обогревателей, ребят, честно скажу, я пока что не стремлюсь. Это затратно. Нам в первую очередь нужны другие электроприборы, в частности, турели. Новое гнездо насекомых. Посмотрите-ка. Это вообще что за даль такая? Прям далекая. Ну да, нехилое такое расстояние. Но тут камень. Деревья чайные, которые я до сих пор не изучил. Нифига себе. Так, Пафнучи, я к тебе телепортируюсь. Время 20 часов. Давай-ка ты все-таки доизучаешь сборку цифровых процессоров. До вечера, надеюсь, у тебя это сделать получится. 94%, да. Отлично. Исследована сборка. В настоящее время создание микропроцессоров из кремния и очищенных сплавов металла является основным навыком выживания. Нам просто нужно помнить правильный чертеж. И на паяльном верстаке у нас появился в теории рецепт ядра процессора. 25 единиц кремния и 5 единиц сплавов металла. А у нас сплавов металла всего 4. Поэтому, Пафнутий, заправь-ка ты горн, пожалуй. Управляй настенными факелами и ложись отдыхать. Нам завтра с тобой нужно будет прогуляться до руды. Блин, ты чё такой? Ты, может быть, тоже баг поймал какой-то? Чё ты тусишь здесь? Давай и уходи. Назойливый какой. Обломки космического корабля еще одни. В относительной близости от нас. Хорошо. Блин, ребятушки, я тут заметил, что у нас 9 единиц зерна-то. Срок годности подходит к концу. Давайте выбросим их нафиг прямо сейчас. Выбросить лишнюю еду. Этот богомол что-то прям неугомонный какой-то. Что мы с тобой дальше, Паша, сможем сделать? Мы сможем
Ой, сажать ты не можешь, значит, в теории ты сейчас будешь либо готовить, да, но... Давай все рецепты на паузу я поставлю. Переноси сплавы металла, и здесь мы можем изготовить... А мы только что-то одно здесь можем, что ли, изготовить? Подожди, а как назначить-то рецепты? А, вот, собрать электроника или процессорные ядра. Для электроники нам нужно 10 сплавов и кремний, а для процессорного ядра всего 5 сплавов и 25 кремния. У нас это есть, поэтому сделай. А ты хочешь прибраться? Ты думаешь, стоит? А мне кажется, стоит включить дизельный генератор и собрать... Хотя бы начать первые наши процессорные ядра. Так на следующее нападение мы с тобой сможем уже начать изучать, где же оно. А вот они, автоматические турели. Надо все-таки выключить камин, чтобы тебе не было так сильно жарко. По одежде нормально. Собирай процессорные ядра. И давай-ка глянем сразу. 12 часов это занимает. Ой, ну я надеюсь, этот дурачок-то уйдет отсюда уже за эти 12 часов. Потому как прогуляться... Блин, они и сено поклевали, да ладно. А вот здесь вот сено за рамки вышло вообще. Грядки. Не, он все-таки заглючил, наверное, ребят. Да, ну так, такого просто не бывает, что он долго. Кстати, сколько опыта дают нам процессорные ядра? 1800! Ничего себе! Забавно, что при крафте электроники есть шанс потерпеть неудачу, а при крафте процессорного ядра шанса потерпеть неудачу нет. Давай-ка по фнути глянем. Я думаю, у тебя по параметрам все нормально. Чуть позже ляжешь спать, но сегодня закончишь. Ремесло на четверку уже. Ой, почти на пятерку. Смотрите, 3000. И куда ты их отнес? Сюда. Ну да, самое время перекусить сиропом, да лечь спать. Блин, какой ты назойливый. Слушай, Паша, может, сходим разберем вот эти вот фундаменты? Ну, реально, товарищ тут подзадержался уже. Хотя это, может быть, только его заагрессирует. Ну, как в смысле, спровоцирует, вернее. А, так, спать еще не иди, я тебя чуть раньше разбудил. Может быть, его провоцирует сено? Ты погуляй, конечно, да, и покушай. Вот тут аварийные пайки лежат. Блин, а чё ты дизельный генератор-то не выключил, дружище? Выключи его, пожалуйста. Обесточено, паяльный верстак. Да пока что ничего страшного. Давай еще с тобой, знаешь, что продумаем? Я не имею понятия вообще, вот эти вот штучки, месторождения руды, руду с них мы куда кладем? Вот на эти полки или на эти? Поэтому, Паша, давай вот так с тобой сейчас сделаем хранилище, склад и разместим нечто похожее на склад примерно вот здесь вот. И установим фильтр здесь. Ну, для дерева. Да, пускай это будет дерево. Давай, построй склад. Вот этот вот древесный склад мы выделяем и пишем здесь, пишем, говорю. Выбираем опустошить и снести. В теории сейчас ты должен взять дерево, сажать ничего не надо. Обалдеть, уже следующее нападение началось. И этот тут остался. Нифига у него лапа длинная, глядите-ка. Такой, если шандарахнет, да, неприятненько будет.
Маленькое шипохвостое насекомое в количестве 29 штук, огромный богомол еще с предыдущего нападения, блин, и огромное насекомое переросток в количестве 6 засранцев. Ладно, давай тогда, Паша, переноси все-таки дерево. Ага, на паузу я здесь тебя ставлю. Вот этот фильтр мы вообще сносим. Все, доступного хранилища нету. А здесь мы отменим, наверное, снос. Да, и вот этот склад ты будешь сносить теперь. Замечательно. А куда ты собрался переносить дерево, дружище? Объясни-ка мне, если тут в фильтрах... А, я не убрал дерево. Окей. Далее смотри, поскольку начинается новое нападение, наружу мы с тобой выйти не сможем на сушу. Поэтому выбираем графу исследования. Улучшенный научный стол. Блин, как же я его хочу. Ученые также совершенны, как и их инструменты. При наличии достаточной мощности процессора мы сможем быстрее исследовать материал. С большей мощностью процессора проходит большая ответственность. Приходит, то есть, прошу прощения. Сохраним ли мы уникальность этого чужого мира, или мы найдем новые способы... Или мы найдем новые способы уничтожить его. 20 единиц электрики потребляет это все дело. 10 единиц сплава, 3 единицы электроники и 1 процессор требует для возведения. Ну что ж. 5 автоматических турелей. Будет исследоваться 5 дней. Может быть, все-таки научный стол, а? По сути, нам же хватит сейчас материалов между нападениями, чтобы построить научный стол. Да? Нет. Эй. Паром-пам-пам. Извините, будьте здрасте. А что у тебя по интеллекту? Да, такое себе. Ну ладно, ты его исследуй, дружище. Хотя бы. И интеллект прокачаешь немножко и так далее. Блин, вот ты зараза, прям неугомонный. Может быть, ты хотя бы с этой волной свалишь отсюда нафиг. Уже исследование идет достаточно быстро, это хорошо. Все-таки я надеюсь, что между вот этим вот нападением, которое сейчас готовится, где они, вот эта шайка-лейка. А, тут свой богомол еще есть здоровый, посмотрите-ка. Вот что между этим нападением и следующим. Мы с вами на сушу все-таки вырвемся. И, блин, может он реально байтится на этот фундамент. Давай-ка попробуем снести пол. И, наверное, вот этот тоже. Может быть, действительно. Сено перенеси только. Ага, молодец. Надеюсь, выйдем, да, наружу. Что-то в смысле сбился. Сходим за сплавами. Вот здесь пытать удачу я пока не буду. Все-таки схожу до месторождения руды. И запустим дизельный генератор, чтобы электричество впустую не гонять. Подожди, стой, дружище, 22 часа, я понимаю, что ты хочешь кушать, но улучшенный стол, 10% всего осталось. Возможно, тебе стоит сегодня лечь спать даже на голодный желудок. Тесная комната, опять. Зато исследовали улучшенный научный стол. Блин, ребята, может быть, ну-ка вот это дерево мы выберем как... чтобы он его не использовал. Может быть, тесная комната из-за валяющихся ресурсов? Как бы нам бы узнать? Здесь почти нет места, чтобы развернуться. Да места-то хватает, дружище, хватает. Просто, видишь ли,
прогресс у нас с тобой потихонечку двигается, появляются новые постройки, а площадь остается той же. И я стараюсь и так по максимуму уместить здесь все. Но, видишь, пока не получается. Один, кстати, пропал, смотрите, богомол. Ну ладно, дадим Паше отдохнуть. Так, он проснулся у нас. Не поел. Скушай сладкий сироп. Тут осталось пару тараканов. Вот здесь вот что-то бродит. Ой, так одного из вас замесили. А, вот так вам. Даже не одного, даже двух, смотрите, ничего себе. Богомол тут ходит. Что-то пытается сожрать, зараза. А, и Паша, пока они еще здесь тусят, никогда не поздно либо прокачать интеллект, либо хотя бы попытаться. Чем быстрее мы изучим автоматические турели, тем лучше. Поэтому, наверное, начнем исследовать сейчас прямо их. Я, конечно, мог бы назначить тебе исследование накопителей энергии, но видишь ли, ресурсов на пару-тройку накопителей нам не хватит, а один он нас не сильно выручит. Хотя вот такой источник, да, электричества, как ветряная турбина, нас бы спас. По крайней мере, мощности для исследовательского стола у ветряной турбины всегда бы хватало. Но, к сожалению... Ой, все, они ушли. Подожди, давай проверим. Нет, вот богомол тут есть один. Что-то он тут соображает. А, ну, давай начнем, по крайней мере, возведение фундаментов с тобой. Вот до сих пор. Попробуй построить. Хотя бы вот... ближайшие вот эти, до которых он точно не доберется. Или он исчез уже, все. Да, все, он исчез. Исследованием заниматься не нужно. Строй грунтовые полы. Нападение животных, они все теперь сконцентрированы здесь. Замечательно. Нифига себе на высоту, на какую вы забираетесь. И не влом же вам каждый раз так делать, а? Хорош, Паша. Время 22 часа. Я уверен, что ты сегодня сможешь себе на утро до сна еще собрать 1, 2, 3, 4, 5 единиц гиптогонии. 5 порций сока. Как гиптогония мне нравится. Заговорился, извините. Собрать урожай. Дело в том, что это уникальное растение само по себе. Сырой сок можно пить. Очень быстро этот сок пополняется в этих растениях. И его заново не нужно высаживать, если его, конечно, кто-то не загубил. То есть, по сути, один раз высадил, далее собирай урожай, кушай, приятного аппетита. Ой. А что-то нам грядки с тобой нужно будет, да? Вот сено у нас тут что-то проблема. И смотри-ка, на складе тоже с сеном проблема. Давай кушай часов до 10. Попробуй отдохнуть. Процентов до 60, я думаю, ты восстановишь свою шкалу отдыха. Ой, вроде за металлом надо шуровать, да? А тут такая вот неприятная ситуация. Нужно все сажать, Паш, слушай. Иначе мы с тобой... попадем в просак однажды. 114 веток, в принципе. Нормально пока. Держимся. Че ты, как у тебя? 77%? Отлично. Поиграй на барабанах. Приемлемо. Теперь иди вот сюда. Добывай. Нигде же агрессивных монстров нету, а то они тут валяются, и это меня дезориентирует немножко. Физподготовка тем временем у тебя 1300 из 8. И одно такое месторождение сколько даст опыта?
маловато. Весьма и весьма маловато. 200 единиц всего. Молодец. Все добыл. 2140 в итоге у нас опыта. 21 час. Я бы, конечно, попросил тебя по пути домой сразу засадить что-нибудь по возможности из полей. Но, вероятно, не получится, тем более гроза, если шандарахнет прямо в тебя, опять ты тут до утра полежишь. Да и шкалу отдыха, сытости тоже надо восполнить. Видимо, мы с тобой выйдем и посадим это все на следующие игровые сутки. Мне сейчас повезло или как? Куда молния шандарахнула? Я что-то не заметил. Так, доедает предыдущее блюдо. Сколько процентов это тебе даст от сытости? Повреждено костер. Чего? Простите. Иди спать, а мы посмотрим, какой костер поврежден. А, это тот самый, который ты возводил для того, чтобы изучить здесь дерево. А, вот оно, с этой стороны. Я понял. А чё, я же убрал галочку починить. Давайте это помещение все убираем. Обесточенный паяльный верстак тоже убираем. И отдыхаем до утра. Проснулся, перекусил, посидел. Давай с настенными факелами с тобой разберемся. И дальше все правильно ты понял. На посадки, на поля. Земледелие на начальном этапе 4 уровня, в принципе, неплохо. Так, то, что ты все высадил, это, безусловно, большой плюс. Давай с тобой соберем 1, 2, 3, 4, 5. 100 сена. Срубай эту бритву траву. 100 сена — это вполне себе неплохой результат. Интересно, а мы можем в горне плавить эту руду или нет? Сейчас надо будет обязательно посмотреть. Вот опять. Эй, ну ты чудак, человек. Переноси сено давай домой. Восполним баланс. А вот если ты отойдешь с этим сеном... Да, ты сможешь его посадить. Ничего не понял, как я это работает. Как я это работает, да. А по грядкам все хорошо. Это еще не созрело. Кстати, вот это вот, когда соберем, можно будет и удалить вот эту вот полосу. А, и ты принялся за исследование, дружище? Нет, не надо. Давай посмотрим, что мы можем плавить. Мы можем плавить руду. Поэтому заправь-ка горн сплава металла руды. А, руда здесь хранится все-таки, смотрите-ка. То есть вот эта вот фигня... Да нет, пускай лежит пока что. 20 часов... А что ты еще можешь сделать? Я бы штучек 50 палок домой принес. Давай, иди руби кусты. А по еде остаток на 2 дня всего. Что у нас тут? 15 грибов. Этого хватит только на топливо. Также у нас 38 этих сока этого. Маловато. Давай-ка с тобой на рисовую кашу перейдем, что ли. Подожди, прежде чем переносить, засади заново. Блин, когда же уже настанет то время, когда будут стоять турели, и я смогу прок себе заготовить дерево, палок, сено, еды, блин, в холодильник наложить. 2 часа ночи. Ой, блин, да, точно. Что-то я на времени посмотрел, я думал, до сих пор 8. Ну, иди до утра отдыхай. По-любому сплавы руды уже будут готовы к утру.
А это значит, что нам хватит на улучшенный этот самый верстак, то есть стол для исследований. Вернее, так-то, правильно он называется так. Снаружи минус 9, начался влажный холодный сезон. По одежде ты... Да в пределах нормы, дружище, в пределах нормы, будем честными. Тебе даже хватает, знаешь, на что? На 4 единицы каракожника, чтобы сделать ботинки и пальто. Да нафига это надо, отклоняться от курса. Давай с тобой соберем некоторое количество грибов. Лишним не будет. Здесь их у нас сколько? 80 единиц. 15 имеется, итого 95. Даже, наверное, на соседние полки мы с тобой не заберемся. Это хорошо. Да, вот теперь переносим. Молодец. Итого еды у нас теперь, ну, как минимум, на 8 блюд. Угу. Блин, может еще гиптогонию собрать, как раз вечер. Да, давай штучек как-то... Ну, 8 хотя бы. Срубим здесь. Здесь не готово, зато здесь готово. Иди, собирай урожай. Да, прямо сейчас лучше это сделать, потому что голодные вредители в количестве 103 штук сейчас всю гиптогонию и грибы сожрут, к сожалению. Блин, надо... Ну-ка, подождите, мне кажется, мне стоит выкрутить на записи вентиляторы, потому что это количество вредителей... Вентиляторы видеокарты, имею в виду, сейчас, секундочку. Так, поправил я немножко температуры, но что-то эффект какой-то... Незначительный совсем. У нас там ничего не валяется случайно. Придется тебе отнести это. Блин, я бы и это собрал. Если честно. Потому что они сейчас все тут жрать начнут. Вот блин. Только посевы восстановили, и опа, голодные вредители. Так, а голодные вредители случайно не захотят проникнуть внутрь ради вот этих вот ресурсов? Нет доступного хранилища? Слушай, ну мы же по идее проходим, да? Нормально, мы можем сейчас себя... забаррикадировать. Пускай они кушают тут, сколько им влезет. Блин, зерно же не собрал опять. Зачем я его изучал, так радовался? Думаю, о, зерно. Сколько раз я его собрал? Один, получается, да? О, это что такое? Вы наелись, что ли, и спать легли? А что вас так трясет-то? Так, вот это мы тоже собирать не будем. Только не говорите мне, что вы вот это тоже едите. И поползли по всей карте. Хоть каракожник вам не интересен. Вас уже 100. А куда вы деваетесь? Уходите, что ли, с голоду? Блин, кактусы плохо, что они едят. Благо, их тут некоторое количество имеется. Сможем потом изучить. Так, отлично, проснулся, факела заправил. А ты думаешь, сейчас восполнять грядки хорошая идея? Они хоть и отошли куда-то, но вот... Что-то они, да, каким-то странным образом шатаются тут по карте. А, они же едят созревшие растения, точно. Ну, высаживай тогда все, что они погрызли. В первую очередь гептагонию еще. Так, ну, вроде бы
все восстановили из посевов. А давай займемся с тобой не исследованием. Слушай, 18 часов. Но если сюда идти, то это надо все сразу собирать. У тебя, скорее всего, не хватит выносливости. Руды у нас 70 единичек есть. Смотри, что мы сейчас с тобой сделаем, дружище. Сноси вот этот вот деревянный научный стол. Молодец. Ты хочешь перенести сразу ресурсы? Ну и какой ты умничка. Одно ядро процессорное у нас имеется. Поэтому заходим в графу наука. Улучшенный стол. Да, нам хватает. Возводи эту постройку, пожалуйста. Агрессивные животные появились на горизонте. Ой, что это упало у меня, прошу прощения. Наушник упал мне на колено, я испугался. Твою дивизию, да. Агрессивные животные. Ой, дутики, ничего себе. Давненько вас не было, а что такое большое количество? На следующий день нам с тобой выходить, наверное, не имеет смысла. Мы с тобой займемся изучением и перестройкой. Давай обезопасим себя сразу. И достраивай улучшенный научный стол. Замечательно. Просто шикарно. Нужно ли нам производить процессорные ядра теперь? Я не знаю, но мы можем во время изучения запустить вот этот вот электропечь, этот дробитель. Давайте его включим сразу и назначим здесь плавку руды. У нас руда в каком количестве имеется? В количестве 7 штучек. Соответственно, вот здесь вот 7 поставим. А почему у нас 9 единиц, а не 10? Не помню. Также меня очень бесит то, что здесь не 100, а 98. Угу. Паяльный верстак вырубай по пути. Чтобы он у нас зря электричество не трепал. 20 потребления здесь. 20 потребления здесь. 50 производит. 10 в запасе есть. Ну что ж, приятного тебе аппетита. Ложись, восстанавливайся. В этой серии мы должны добить с тобой исследования турелей наших. Ничего себе, 4% за такой маленький срок ты выучил. 5 градусов внутри, подожди. Давай спать с тобой в тепле. Разжигай камин. И спи уже с камином. Кстати, шапка что-то у тебя... Ну, пока нормально. Ладно, спи. Доброй тебе ночи, Паша. Отлично, проснулся, покушал, поиграл на музыкальных инструментах. Дизельный генератор включен. Переключить электропечь давай сейчас прямо. И плавить сплавы металла руда. Хорошо, что руда лежит на стеллаже спокойненько. Далее нужно поуправлять камином. Прошу прощения, камином. Сажать ничего не надо. Изучай автоматические турели. Красота, просто красота. Так, производство 50, потребление 50. Почему потребление 50? Потому что электропечь 30 потребляет. Но она и плавит быстро, посмотрите-ка. Давай периодически... Дизельным генератором надо поуправлять, да, и сплавами руды тоже. У нас как раз, по-моему, топлива хватает на изучение. Куда ты пошел сажать? Не надо, не надо. У нас топливо пока что ограниченное количество. Мы не можем себе позволить долгую работу дизельного генератора пока что. Поэтому по возможности как можно больше изучай. Ой, созрел кремний. Давайте-ка не будем этот урожай пока собирать. Отлично! Исследовано автоматические турели. Так, дизельный генератор
Ты им, конечно, можешь поуправлять, но лучше его выключить без надобности, чтобы он не работал. Блин, ты только что... Или ты так и не поел, что ли? Часть исследования я вырезал, ребятки, ничего там интересного не было. Вот только что приходили какие-то негодяи членистоногие, обстреляли нас немножко, но это не страшно. А, давай-ка пафнуть и чини. А, так, давай сначала посмотрим на вкладку «Оборона». Автоматическая турель. Теперь мы можем установить лазер, ракетную установку, пулемет. Пока вот он исследовал, ночью я старался выключать дизельный генератор, ну, в целях экономии топлива, разумеется. А вся руда, которая была у нас, переплавилась. 79 единиц у нас теперь. Было 70 единиц руды, стало 79 единиц этого сплавов металла. Ну, 9 у нас еще было. Так, что теперь мы должны с тобой сделать? Нам в теории теперь хватает на одну турельку. Правильно понял? Правильно, но для этого нам нужно процессорное ядро одно. Включай паяльный верстак. Вот это мы тебе чинит пол. Не-не-не, подожди, перенеси кремния немножко. И собери, пожалуйста, одно процессорное ядро. А ты не можешь, что ли? А, ну конечно, я же... Дизельный генератор-то выключил. Зачем ты чинишь полы, дружище? Разве ты не хочешь включить паяльный верстак и начать делать процессорные ядра, блин? Почему ты их не делаешь? Эта же штука запитана. Запитана. А чё ты их не делаешь, почему? Генератор чё, молотит впустую, что ли? Выключить паяльный верстак. Подождите. Попробуй выключить верстак. А, вот теперь ты начал это делать. А что до этого было, почему не смог? Непонятно. Ладно, эти разборочки я тоже вырезал. Во время исследования у нас тут с едой просадка произошла. Весь сироп я выпил. Остались грибы. Одна порция овощного супа. Ну и в принципе сейчас он соберет за эту серию еще... процессорное ядро, и в следующей мы выйдем наружу, подфармим немножко вот тут вот сена, соберем еды и начнем установку первой турели. Кстати, я что-то подумал, надо бы еще помимо первой турели вообще-то этот, как его, руды пособирать. У нас тут был метеоритный дождь, что-то я проглазел. Два их, что ли, было? Сколько у нас за это прохождение было дождей метеоритных? Штуки три? Но в любом случае металла теперь здесь большое количество. Здесь три, здесь четыре, четыре, три. Ну, кое-какая горстка имеется, в общем. Вот сюда мы, наверное, сходим в первую очередь. Хотя что туда, расстояние одинаковое. А, чё, просыпайся, кушай. Доделывай процессорное ядро. А вот теперь здесь появилась сборка процессорных ядер. Непонятно. Вот все в кучу здесь, постройки. Куда ни кликни, везде какая-то фигня. А
Отлично. Повышение уровня ремесла до 5, процессорное ядро готово. Теперь нам хватает четко на одну турель, которая может быть запитана от одного дизельного генератора. Значит, в следующей серии... ну, восстановим пирс, понятно. Выйдем на сушу, пособираем ресурсов и начнем размещение. Только вот интересный вопрос, ребятки. Средние шипохвостые скорпионы достреливают вот до сих пор. Однако, если мы возьмем вот это вот все, нам интересно, если вот это будет линия обороны, условно, вот эти два фундамента, место внутри дома-то у нас не особо увеличивается. То есть линию обороны нам нужно смещать ближе к берегу. Получается так. А если ближе к берегу, то хотя бы вот до сих пор это дело надо сохранять и устанавливать. Блин, я сам не понял, что сказал. Или вот, может быть, чтобы место просто появилось. Вот как-то, может быть, сюда установить. Посмотрим, в общем. Ладно. Итак, мы прогресса достигнули нехилого. Кстати, там, по-моему, Пафнути еще интеллект прокачал. Насколько мне помнится. Да, на шестерочку. Что, несомненно, плюс. Теперь он исследует еще быстрее. Это хорошо. Большое спасибо вам, ребятки, за просмотр. В этой серии мы многого добились. В следующей уже начинаем установку обороны. Что еще сказать? Ну, план наметил, итоги подвел. Еще раз спасибо. С вами был Павел. Всем вкусного чая и добра.